Так, а это новая игра, я не знаю, это дополнение вроде бы. Я сейчас посмотрю, если это не дополнение, тогда я ливаю. А если дополнение, тогда я его тоже пройду. Все, просто все разом хочу пройти. Все разом. В детстве я часто лежала поздно ночью в своей постели, уставившись в потолок и слушая крик отца. Он кричал на мать, кричал из-за очередного неудавшегося шедевра. Под конец он просто кричал в темноту. Этот крик стал моей колыбельной. И даже когда меня забрали оттуда, крики не утихали. Однажды мне сказали, что безумие у моей семьи в крови. Пора положить этому конец. Это событие уже про их дочь, которая за всем этим наблюдала. Хотя я думал, это мальчик. Она за всем этим наблюдала. И у нас тут фонарик. Впервые за всю игру нам... Уже только в дополнении нам дали воспользоваться фонариком. Я надеюсь, дополнение будет коротеньким. Потому что я вот-вот-вот вот прям сразу же прошел игру и... Бля. И она вернулась на хату. Где? Страдал ее отец. Безумие. Интересно, давно ли сюда проникал дневной свет? Ее забрали в приют, я насколько понял. Потому что... Ну, в такой обстановке жить... Это такое себе счастье. Ничего нет. Ничего. Все картины, которые это... Этому, видимо, прошло лет 10, наверное, точно. А может и даже и больше. Она уже такая выросла, такая, бля... Меня мучают кошмары, и... Раз они меня мучают, пусть они меня доконают нахер. Ну и бардак. И я приду к ним на хату. Я вас слышу. Я иду, мелкие мохнатые ублюдки. На этот раз вам не уйти. Что, черт возьми, ты тут делаешь? Убирайся! Ага, флешбеки. Когда она заходила в кладовку... Окей, так. А о чем? Мы пойдем либо в подвал, либо хотя я хочу наверх. Не хочу подвал. Подвал — противное место, ужасное. Просто вообще. Да что с ним не так? Ты че? О, опять флешбэк. Детство. Сейчас папашу увидим. Сейчас папашу. Где папаша? Нифига, мы маленькая девочка. Уходим. Уходим. Уходим от папаши. Его кабинета ужасного. Ага. Приветики. Приветики. Подойди, не бойся. Приветики. Оно не кусается. Вот. Попробуй сама. А ты про кого? Про смею или что? Мышь? Скримера нет. Хотя могли бы поставить. Камера искажается слишком. Ну-ка. Заперто, заперто, заперто. Нет, нет, немножко не так. А как? А, это мать ее учила, окей. Мать пыталась ее своим искусством научить. Все равно не то. Кто бы там ни сидел за пианино, довольно. Иди нахер. Что, неясно выражаюсь? Да мне пофигу. Знаешь что, у меня есть идея. Неси мелки. Иди нахер, понял? Я буду играть. Папаша разозлился. Не можешь сделать правильно? Сука. Так не делай вообще. Сука.
Нифига, папаша разозлился. Вот это, блин, у него гнев. Аж на пианино закрылось. Бля, подожди. Ебанешься. Ебанешься. Пошли, пошли к папаше в комнату. Че это, папаша, охреневший? Я хочу играю, там вообще рисуй себе там свои писюльки. А меня не трогай. Мы тоже познаем искусство, такое музыкальное, а ты... Блять, это было, конечно, не в тему. Это здесь было не в тему. Собака резко так прибежит. Она бы штаны сама наложила бы. В детстве. Она бы только после этого заикой бы осталась. Все. Давай, уходим. Сейчас садимся сюда. И никого не трогаем. Папаша, ебаный папаша. Че делать-то будем, а? Так же неудобно ходить. Ну неудобно. О. Путь перегородили. Открываем. Ой. Это что за крест? Клад? Там мишки? Ну, там медведь, да, у Фредди. Фредди там лежит. Фредди! Поезда. На поезде. Чё? Чё, бля? Я не смогу это сделать без тебя. Типа мы служили для него вдохновением. Да? Они сжимаются? Или нет? Да, они сжимаются. Давай быстрее уже. Пони. Пони. Все. Пони. Дай сюда. Да, понял. Убегаем. Ой, так. Все. Успокоились. О, свечка. Свечка, которая уже не свечка. Там смола одна осталась. Че, тут нет двери. А где? Игрушки. Поезд. Панда. Панда. Поезд. Я эту панду помню. Я ее видел. Ранее. Я верно иду? Наверх? Чё бы и нет. Пошли наверх. Хочу наверх. Наверх, 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 наверх. Хоп-хоп-хоп, бегом. Столы, блин. Ну что она такая реально маленькая, прям. Все так непривычно смотреть на это все. Она такая маленькая, все такое вокруг большое. Прям даже как-то жутко. Чувствуешь себя каким-то муравьем, там, тараканчиком маленьким. А не просто пятилетней какой-то девочкой. Я же понимаю, но, блин, как-то все большое. А куда дальше? А это мамаша. Маманя. Сколько так кругов я буду делать? Я уже третий раз так поднимаюсь. Опять, да? Это же бесконечно. Это бесконечно будет. Что за херня? О. О. Кусок бумаги. А зачем мне кусок бумаги? Чего я с ним буду делать? Может опять подняться?
Ой, блин. Такие типа это вообще увлекательно, да. Бегать по одному и тому же этажу. Могли бы уж телепортировать куда-нибудь. Какая-то картина. Во. Вот уже что-то новое. Смешно, да? Тебе смешно, а мне нет. Я только что игру прошел, еще я такой думаю, бля, дай-ка гляну дополнение, может оно короткое, нормально, а тут, блядь, ты бегаешь со скоростью такой медленный, ужасный. А это наш мамаша. Мамаша. Мяч, который в текстуре, это заебись. Это, ой, как заебись. Это прям, заебись. О, сука, опять поднимаюсь. Что за фигня? Быстрее. Ненавижу эту лестницу. Потолки прям огромные. Прям. Ну, все огромное. И лицо страшное тут. Не видно его. Хотя... Я что-то... А, я тушу его. Я потушил огонь. Это платформа. А, во. Во. Мамаша. Все. Мы собрали всю картину мамаши. А, и теперь... А теперь, сука, опять подниматься меня бесит. Это пиздец. Кто эту лестницу большую делал? Еще и две. Аля, мамаша. О, принцесса, не надо меня так пугать. Особенно, когда я работаю. Ну что скажешь? Ах, тебе нравится? Что ж, хоть кому-то это понравилось. Еще бы нам не понравилось. Она же его дочка. Скажет, папа, ты самый лучший. Ключ. Сейчас папа придет, ремня даст, надо бежать. Открывай. Только откуда этот ключ? Может, вот этот... А, я уже его потратил? Ладно. Предположим. Дощечка. Хоп. Смешно. Смешно, что обосрался. Очень смешно. Тортик. Я тебя. Happy birthday to you. С днем рождения тебя. С днем рождения, дорогая. Happy birthday. На торт очень прям похож. Такой ровный. Такая структура прям. Прям. Так вот это двигаем. Да. Головоломки такие современные тут пошли. А это можно использовать как лестницу, да? Или нет? Ну, я бы хотел использовать как лестницу. Чё бы и нет. Или это нельзя использовать как лестницу все-таки? Чё бы и нет? Стой. О! Так, а мяч? Сейчас надо за мячом идти. А, нет, он упал. Мы дальше выстраиваем дорогу из этих полок выдвижных. Еще и лестница тут. Ой, нет, туда чуть не хочу. Давай, хэппи бёст еще. Ты что, с ума сошел? А что такого? Ты говорила, что намечается вечеринка. 5 лет. Я просто начал праздновать чуть раньше. Черт. 5 лет.
Ей исполнилось, понял. Все, осторожно. Так, а тут доска. Сейчас вот тут вот так вот. Вот так. Да, 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 да. Опять тортик, тортик, тортик. Любим тортики. Тортики — это хорошо все. Главное, не падай. Я не хочу падать. Потом идти опять по-новому не надо. Мы это уже проходили. Этот этап. Он мне не очень понравился. На этот раз все выйдет безупречно. Должно получиться. Я докажу, что вы ошибаетесь. Вы все ошибаетесь. Что? Не сейчас, принцесса. Иди поиграй с куклами. Или порисуй мелками. Папа очень занят. Так, это получается на первый день рождения был нормальный торт. На второй был хуёво торт. Это третий день рождения. Ей исполнилось, получается, 3, 6, 8 лет. Жёстко. Блин. Надо было просто выйти в дверь. Хорошо. Так, а... Тик-так, тик-так. Крыса большая. Это силуэт крысы. Отвали от меня. Ой. Чё произошло? Чё произошло? Я видел кого-то большого. Опять кто-то тупой. А, это куклы. Ебучие куклы. Собака... Он хочет съесть. А, это у нее страх, короче, на нее пес напал, наверное. И он поэтому. Ай. Да. Все, понял. В основной сюжетке пес умер из-за того, что хозяин убил пса. А хозяин убил пса, потому что тот хотел съесть его дочь. А пес хотел убить его дочь, потому что тот не кормил пса. А тот не кормил пса, то есть хозяин, потому что был поглощен в творчество. О, как! О, как, о, какой пазл! О, какой пазл. А, все гениальное просто, на самом деле. Тот его не кормил, тот такой, бля, надо что-то схавать такое. Что маленькое, небольшое, и что движется. Ну, такой, дочура. Такой, заебись. Чё бы и нет. Дочура. Что ты наделала? Ах, ты не хотела. Конечно, это все меняет, правда? Сейчас она чудесным образом станет целой. Ведь ты же не хотела. Бухлишко давай, разбили. Убирайся. Разбивай вещи у себя в комнате. Бурбон, виски. И будь настойчивее, может что-то там, блядь, не озвучили эти, блядь, до конца, сука. Не озвучили. Ладно. А куда дальше? Тут непонятно, тут потолка даже не видно. Двери я не вижу. На диван ты не даешь мне залезть. Я была плохой девочкой. А ты была алкашом. Который скотина не уделял своей дочке внимания. А лишь ворчал, когда она разобьет тебе виски, чтоб ты уделял ей внимание. Сука. Ой, дверь. Спасибо за освещение, что игра мне намекнула, куда идти. Так, направо, налево, ну... Подарки. О. А, чё? Не могу активировать. Лол? Игрушка? Не могу активировать игрушку. Чё за херня-то? Ну-ка, опять поднимаемся. И в этот раз, видимо, за батарейкой там какой-нибудь. Так, аккуратно. Аккуратненько. Вот так вот. Крышка. Для чего? Чего? Зачем? Да. А если упад... А, нет, нормально. Не разбился.
Это мама, папа и я. Счастливая семья. А получилось так, что мать разрывала ее к себе, а он к себе. Получился такой конфликт, раздор. В итоге их обоих решили родительских прав. О, да, я прав. Игра такая, да, ты прав. Оп, хуп, хвостик. Ой, хвостик какая. А, давай, поехали. Кися, ты будешь со мной кататься? Кися. Кися. Не держит, сука. Ой. Ты что толкаешь? Я не понял. Блин, нельзя туда идти. Походу. Походу нельзя. Нам еще рано. Мы еще не созрели. Сука. Да? Не созрели? А, нет. Да, не созрели. А почему нельзя туда идти? Мы, наверное, должны туда кисю отправить. Но для киси нужно колесо, а колесо я найти не могу. Где его достать? Сюка. Это плёхо. Это плёхо. Картины сходят с ума. С ума, с ума. Может, там был... Там была, по-моему, еще одна. А, все. Понял, этот сюжетный твист, он только в этой комнате действует. Но есть вариант, как снова подняться. И взять еще что-нибудь. Что-нибудь на столе можно? Так, нет, на столе ничего нет. Все, вот так вот, так. О! Опа-на, давай. Да, не, аккуратно, аккуратно. Побежали. О, шестеренка. Вот теперь поедешь. Сейчас вот эти колеса отвалятся. Ебанутая кошара, сука. Как у тебя отвалились колеса? Шестеренка, понимаешь? Шестеренка, чтобы ты понимал, металлическая, тяжелая, часов. И отвалилась. Ага, вот. Мне надо вот это. А как я это достану? Как, если я... Ну, я маленькая. Типа, алло. Мне надо что-то сделать. Подвинуть я не могу. Кинуть я тоже ничего не могу. А, вот, вот. Надо дотянуться. Вот так, бля. О боже, насколько это было на самом деле просто. Сюка, 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 сюка. Да, поехали. Все. Освещай нам путь, а то там зло. Оно не дает нам пройти. Ты больна, ты не в своем уме, ты не способна здраво мыслить. Там про жену? Да. Да. Я больше не могу это выносить. Тебя никогда нет рядом. Ты нам нужен. Ты нужен мне. Когда ты последний раз спал со мной? Когда ты последний раз прикасался ко мне? Ты хоть понимаешь, каково мне? Каково мне знать, что мой муж испытывает ко мне отвращение? Ну, извините великодушно за то, что я тружусь как проклятый, пытаясь обеспечить семью. Ты, конечно, права. Куда важнее шептать тебе на ухо милые глупости. Да, короче, все так и проясняется. Ты это называешь работой? Ты запираешься здесь и никогда не выходишь на свет. А когда выходишь, от тебя несет перегаром и мочой. Жалкое зрелище. У-у-у.
Короче, это дополнение, в принципе, рассказывает все то же самое, что я и говорил в игре. Да нет, милая, все в порядке. Мне просто соринка попала в глаз, вот и все. Будь хорошей девочкой и ложись спать. Папа работает, так что не нужно его беспокоить. Маме нужно спуститься и принять ванну. Я люблю тебя. Да. Окей. Она была не просто женой. В первую очередь она была его музой. Ее красота и талант вдохновляли отца. После пожара она стала музой. Мерзким, визгливым монстром, прикованным к постели. Якорем, тянувшим его на дно. А, то бишь она стала... А, вот это я, кстати, не понял. Она стала инвалидом, получается, после пожара, и поэтому в итоге покончила с собой, потому что она уже была не способна что-либо делать. Окей. Так, завещание. Я... цепляюсь за остатки здравого смысла, составил настоящее завещание. Я объявляю все мои предыдущие завещания столь же бесполезными и ничего не стоящими, как та шелуха, которая называет себя моими друзьями и коллегами. Своему агенту Томасу Кодвеллу я завещаю тех адских грызунов, которые поселились в моем доме, и надеюсь, что они будут неустанно грызть его плоть и выпьют его кровь досуха. Так же, как он поступил со мной. Своему издателю Лиаму Брэкстону я оставляю пламя, сожравшее любовь всей моей жизни, в надежде, что огонь сожрет его вместе с гнусной шлюхой и визгливыми ублюдками, которые он называет своей семьей. Своему адвокату Джеймсу Джерому Сендеру защищаю болезни, источавшие мой разум и душу, чтобы он почувствовал себя таким же пустым и бесполезным, каким он был для меня. Всем остальным паразитам, ползущим на свет из-под панели дома, я завещаю ничего к черту из всех. Наконец, своей любимой дочери я оставляю все свое земное имущество. Да, вот этот пиздец. Чего бы это имущество ни стоило, я надеюсь, что оно поможет тебе раскрыть свой настоящий потенциал. Однако последний самый ценный дар передать тебе не могу, тебе придется найти его самой. Я верю в тебе, я всегда верю. Ух, да. Нелегкая у них судьба тут. Отец поглощенный в работу, немножечко чудаковатый. Мягко сказано, конечно. Да. И дочка, которая вот находилась на, так можно сказать, в двух лагерях, между двух огней, которая и наблюдала за всем этим в детстве, за матерью, которая та страдала, стала инвалидом, и отцом, который был безумным. Надеюсь, этот пес не там, где я думаю. Убирайся отсюда! Я же говорил тебе не баловать эту чертову шавку! Я не успел его предупредить, сука, ну ладно. Окей. Тут записка еще. А, ложь. Крысы. Все-таки я думал изначально, что крыс в хату завезли. Завезла его жена. А сейчас я так понял, это кто-то из его друзей. И тут он рисовал свою жену в разных этих образах. Но все образы ему казались, что они уродливы. Они пиздец. И он выбрасывал все в эту комнату. Он страдал. Он не мог оценить здраво. Ему не с кем было поделиться просто. А наболевшим. И все его работы были здесь. Эту ступеньку я помню. О. Ну что, дорогая, продолжим? Нет. Вот так. Что бы ни случилось, смотри на меня и слушай. А, все-таки он ее срисовал еще. Или это мы за жену его, я не понял. Но он же срисовал жену, а дочка у него была так, в тот момент маленькая. Так, на чем я остановился? Почему тут картинок дочки я не нашел? Принцесса оказалась одна в темноте. Но что-то ей подсказывало, что где-то рядом рыщет злая ведьма. Когда глаза принцессы свыклись с темнотой, она уловила краем глаза какое-то движение. Че с тобой? Голову прямо! Yeah. Нифига, ты чё так орёшь? На меня смотри! Нахуй, да?
Ну-ка. Когда глаза принцессы свыклись с темнотой, она уловила краем глаза какое-то движение. Но она боялась пошевельнуться, зная, что это ее погубит. Нет. Принцесса услышала жуткое рычание. Ведьма спустила с цепи своего чудовищного пса. Монстр вырвался. Его настороженный... Ты хочешь, чтобы у сказки был хороший финал, или нет? Проклятие! Только не снова! Ладно. Принцесса все время вертелась и ерзала, поэтому прислужник злой ведьмы заметил ее и уволок в темноту, где она сгинула навсегда. Конец. Иди нахер, не пугай меня. Я не подамся на твои эти. Понял, да? Сосать. Моя вина. Виновата всегда была я. От меня ничего не требовалось. День за днем, по несколько часов, пока наконец он не добьется результата. Я потеряла счет этим попыткам, но после каждой из них я чувствовала себя причиной всех его неудач. Да не обращай внимания, он просто ёбнутый. Как бы его можно было бы понять. Типа, у него со психикой были проблемы, его стоило только пожалеть. Но, блин, об этом не задумываешься, когда вот такая вот херня происходит именно с тобой. Тебе тяжело просто с этим бороться, это принять. И ты просто страдаешь. И ничего не можешь с этим сделать. О, рисунок. Мать-инвалидка. Отец такой, блядь, иди нахуй отсюда. А она такая заперта в шкафу и плачет. Да. Не помню, чтобы это тут стояло. Напомни. Я тебя слышу. Пожалуйста, помоги мне. Больно. Мне так больно. Я больше не выдержу. Играй. Да. Спасибо. Как приятно знать, что в этом мире еще существует красота. А-ля-ля. Что, будешь комментировать это, нет? Нет, она не будет комментировать. Тут мамаша у нее лежала. Болела, страдала после пожара. А та взяла и включила ей классику на пластинке. И та, бля, как же прекрасно. Великолепно. И у нас осталась, видимо, последняя комната, кроме подвала. А, окей. Окей. Мы в эту комнату не зайдем. Это похоже на силуэт человека. Как мне кажется, как будто это ноги, ляжки. Да, может, это моя больная фантазия. Может, это никакой не силуэт. Так. Ну, это я уже видел. Это мы уже видели. Так, получается, здесь мы только не были, наверное, на кухне. Ой. Здесь мы были. Здесь мы были, да. Она пряталась в чулане. Это вообще было в самом начале. В туалете тоже мы были. Ничего особенного такого не нашли. Так, а тут? На кухне я был, нет? Фу, ну и вонь здесь. Фу. И не говори. Я аж представил, что самому плохо стало. Так, что я тут? А, опять флешбеки, давай. Клянусь, если этот пес не заткнется. Воу. Как, черт возьми, ты здесь оказался? Вали отсюда! Воу. Пока я не нашел способ оставить тебя здесь навсегда! Это мы его открыли. Так, а тут еще дверь. А кирпичей нет? Ебать, да ладно. А кто их сломал? Я в конце игры сюда заходил, тут были кирпичи. А, он, короче, все-таки зажарил пса. Свешал мясо на весах. И зажарил его, потому что тот себя вел плохо. Бедный собакен. Кровяка осталось или нет? Это, по-моему, не кровяка, это просто вода.
Эй, собакен, собакен, что с тобой творилось, да? Все пусто. Все пусто, пусто. Вот это. Взвешите. Так, тут. По-моему, все. Или же нет? Может, мы выйдем уже отсюда? Навестили дом наших родителей, такие, повспоминали, пофлешбекались. Может, хватит? Или тебе надо в подвал еще и в ту дверь? Ебать. Напугалась, да? Напугалась. Чтоб обосраться. Так, о. Мать играет. Нет, я говорил тебе, не совать сюда свой нос. Чё? Типа ты против, чтобы я к маме подошел? К маме? Урод. Засранец, ну дай к маме подойти. А, я вновь обращаюсь к вам с просьбой вернуть мне мою дочь. Мистер и миссис Кэркстон. Верните мне ее, верните мне ее. Чё? Мистер и миссис Кэркстон. То есть они еще и спиздили эту девочку? Получается, это даже не их дочь была. Хотя на фотке у них две дочери. Вроде бы. И вообще мне казалось, что у них пацан. Пацан был поначалу. Она заставила свою дочь играть, пока сама была инвалидом. Такая, бля, играй! Играй! И все. Просто играй. А судя по записке, как будто они спиздили эту дочь. У какой-то левой мадамы. Потому что их дочь, наверное, до этого другая умерла. Либо сын умер. И потом вот эта вот дочь, за которую мы сейчас играем. Которая не их дочь, на самом деле. Она вернулась к своей настоящей матери. А про этих уродов забыла навсегда. Конечно, это может и не так, но, блин. Просто письмо меня на такую идею, эта мысль сподвигла. Чё бы и нет. Да? Поднимаемся. В подвале больше делать нечего. И осталась та одна единственная дверь, в которую я не мог зайти. Пока что. Так, и тут... Это что, с унитаза? Мухи. Плакат. Гавайи, зачем дожидаться преисподней? Ты заслуживаешь ее прямо сейчас. Натюрморт. Типа сдохни сейчас, чтобы не мучиться всю жизнь. Типа того. А это крысы, ебать. Ебать. Смывай. Я бы крысу вообще в унитаз бы смыл бы ее нахер. Тут кухня, кухня, все. Подвал, все. Сундук. Пусто. А тут ничего нет. Это вообще тут бесполезные ящики вот эти вот. Шкафчики. У них ничего нет. Хотя нет, есть. Любимая, я все думаю о том, что произошло. Я все пытаюсь понять, моя дорогая. Помоги мне, я ничего не понимаю. Зачем ты это сделала? Неужели ты решила, что иного способа нет? Ответь мне, черт возьми. Чем я заслужила это? Я делал все, что мог. Ты это знаешь. Я дал тебе все. Ты эгоистичная сука. Почему ты так поступила со мной? Нами. Да, она суициднулась. Это я помню еще из начала игры. Да, там она. Она в ванне. Ваня утопилась, по-моему. Может, и повесилась над ванной. Что-то вроде этого. Так, а тут мы тоже были, все посмотрели. Ничего тут нет. Хотя вот эти вот, да, шкафчики я бы посмотрел. Вот это, кстати, я читал, нет? Я не помню.
поумничал. Моя должность предполагает получение всех видов корреспонденции, в том что числе навязчивых писем, отвернутых авторов и угроз оскорбления читателей. Думаю, можно сказать, что это неотъемлемая часть моей профессии. Однако, за 20 лет работы в издательстве я не читал ничего подобного вашим последним письмам. Хотя я стараюсь всегда сохранять самообладание, в свете вашего неуклонного растущего энтузиазма мне все сложнее отвечать на ваши письма в рамках приличия. Поэтому позвольте мне быть откровенным. Наше издательство гордится своими многочисленными публикациями. И особенно нашими знаменитыми энциклопедиями. Наш состоящий из маститых ученых коллектив неустанно трудится, снабжая читателей самыми современными сведениями и новейшей научной информацией. К сожалению, ваши изыскания не имеют никакого отношения к настоящей науке, а представление вами визуальное подтверждение, пусть и впечатляющее с чистой художественной точки зрения, не могут служить доказательством, чтобы то ни было, честно говоря, ваши упорные попытки дать новое определение крысам, разоблачить их подлинную гнусную натуру, вызывает еще уже не раздражение, а искреннее беспокойство. Если это была просто неудачная попытка художественного перформанса, нужно сказать, что я нахожусь ее образчиком дурно вкусе. Если уже вы писали серьезно, рекомендую вам обратиться за помощью к специалистам. Как бы то ни было, прошу больше не писать. Чарльз Джозеф Маршалл, издательство Маршалл. Какое большое письмо. Что-то сработало. Что это заработало большое? О! Что ты делаешь? Положи на место! Нет! Ты уже не маленькая для таких глупостей! Нет! Паровозик, чух-чух-чух! Тут все красиво! Клоуны! Побежали! Дорожка радужная! Красиво, деревья, подсолнухи, там маки. А тут уже некрасиво, тут какой-то язык, рот. О. Открыл свой рот. Что, будем заходить? Или наблюдать? Шла как-то раз через лес. Девочка в шапочке красной. Вдруг из кустов ей навстречу выскочил некто ужасный. С налитыми кровью глазами, зубами он острыми щелкал. И все же не дрогнула девочка при виде серого волка. «Смотри, дорогая», — сказал твой волк, выходя на дорогу. «Ты в сказку попала, а в ней глаза обмануть тебя могут». «Молчи, старый глупый волчище», — сказала девчонка беспечно. «Кроме тебя в этих краях мне явно бояться нечего. Любую проблему решу волшебными я мелками. Деревья сделаю желтыми и переверну вверх ногами. Траву превращу в конфеты, красным сделаю небосвод. Я могу сделать все, что в голову мне взбредет». Однако ее умения на волка не произвели впечатления. «Да, ты можешь делать все, что захочешь, но прошу тебя, действуй с умом. Ведь мы несем ответственность за все, что создаем». Yeah. «Ты злобен и завистлив», — сказала крошка волку. «Хочу я развлекаться, а от лекций мало толку. Хочу, чтобы с неба упал камень размером с комету и тебя, пустомеля, превратил в отбивную котлету». Таким надо волку. «Не надо», — зовут серый волк тоскливо. «Мысли масштабно, дитя, работай на перспективу». Но было поздно, предупреждение запоздало. Огромное тело небесное прямо на волка упало. Бедный волк. Всегда достается волка. Хотя так ему и надо. Куда идем, а? Конец сказки, все. Уходим. Большая касцена тут у вас. А вторая что-то дорожка тут. Чё такое? Змеи? Куда я иду? Пацанок тут, ничего. Я куда-то... Я правильно вообще иду? Или нет? Я куда-то иду, непонятно. Куда? Ну, давай сюда. Бесконечность. Темнота. Ну, сцену вижу отсюда. Да, лучше вот сюда. Может, мне... Наконец-то!
Ты готова принять настоящее искусство? Нет. О, летние деревья. Зеленые, такие живые. И в то же время молодые и неопытные. Давай подберем для них более подходящее время года, когда они станут чуть старше и мудрее. Великолепно! Давай добавим еще того же цвета. Это не сделает картину скучной или предсказуемой. Давай. Великолепно! Давай добавим... Нет! Положи мелок. Все шло так хорошо. Великолепно! Давай добавим еще того Мне же кажется, цвета. Ты ебанишь. Это не сделает картину скучной или предсказуемой. Мне кажется, что-то я не то делал. Я сейчас еще раз сделаю это. Вот запоминаю, вот, допустим, вот тут, вот по этой, этот. Вот по этой, да. Великолепно! Давай добавим еще того Нет, же мне цвета. Мне кажется, уже это не то, что-то. Это не сделает картину скучной или предсказуемой. Что-то уже не то, мне кажется, он. Он сошел с ума совсем. Что-то я взял. Я что-то взял. Какую-то синюю краску. Наверное, да? И сейчас надо на картину нанести. Ай, деревья качаются на ветру, но умнее не становятся. Совсем как ты. Сука, ебанутый. Ебанутый совсем на всю голову. Ебаный. Я еще краска. В этим не надо маркером. О, красный. Да иди ты. Иди, псина. Да. Как это? О да, в жизни наступает осень. Время, когда человек ищет укрытие от стихии. Посмотрим, что станет с нашим домиком, когда сгустятся тучи. Нет, положи мелок. Ладно. Не буду я мелком рисовать. Не нравится, не буду. Возьму краску. Вот, все. Не выпендывайся. Что именно тебе непонятно? В словах «небо потемнеет». А чё тут нет больше красок? И вот это вот не то. Все не то. А где то? Где вот самое то? Где та краска, которая мне нужна? Нет. Че ты гавкаешь? Рычит. А. Окей. Куда я пойду только? Сука. Как мне... А, вот. Окей. Вот это моя краска. Шарик должен туда. Туда. Давай. Что я могу это делать? Давай. Быстрее. Вот так. Хорошо. Ой, хорошо. Все. Найс. Сейчас мы нанесем. Или не нанесем? Нанесем. Нанесем сейчас. Нас дисконнектили просто. Все резко стало тихо. Он ждет нашего мастерства. Художественно. Сейчас мы туда как брызнем? Нет, во времена благоденствия сойдет любая старая хижина. Мы должны увидеть, что станет с домом, когда небо потемнеет от невзгод. Чё, блядь, я все наношу правильно. Вот я взял краску, вот она. Вот я несу краску. Не выпендривайся только. Вот тут только попробуй не согласиться с моим решением. Еще скажу, что я не то выбрал. Сейчас, давай. Блин. Видишь, все, что мы принимаем за данность, в итоге оказывается хрупким и недолговечным. Человек приходит и уходит, а природа остается.
Кстати, сдается мне нашему гордому жеребцу, эта погода не по душе. Давай сделаем мир чуть светлее. А природа... Понял я тебя, понял. Кстати, сдается мне нашему гордому жеребцу, эта погода не по понял душе. Я. Давай сделаем мир чуть светлее. Да успокойся ты. Ходишь, что ты там лаешь? Я еще тебя защищал, а ты... Вообще что из катушек всех, а? Достань. Все. Нет, влажная тряпка нам ни к чему. Какого бы цвета она ни была. Заебал. Я тебя ненавижу. Чурка, я тебя ненавижу. Я тебя ненавижу. Какая же ты мразь. Какая же ты мразь. Горит, горит. Кука горит. Там что такое? Где краска? Краска где? Где нужная мне краска? Слушай, урод. О боже. Где краска? Я должен сколько раз так кругами ходить? Тепла это желтизна. А желтизна... Желтизна. Вот она. Теперь мне бы ее еще достать, во. Тепла ему подавать. Тепла, бля. Вот, вот тебе ощущаю, будь тебе тепло. А, они, ты, они такие огонь добавили, чтобы я это. Не мог путь нащупать. Угу. Ой. Непонятно. Они меня дисконнектили или нет? Сука. Они меня даже впускать не хотят. Они меня тупо водят за нос. За нос. Я занимаюсь каким-то пиздецом. Правильно. Правильно. Солнце согревает. Занимайся пиздецом. Своими лучами становится теплее, еще теплее и наконец. Чудесно, правда? Да, это больше похоже на трагедию, но красивая трагедия всяко лучше ничем не примечательного существования. Заебал, блядь. Думаю, по-своему он желал мне добра. Он хотел, чтобы я превзошла его. Надеялся, что когда-нибудь я добьюсь успеха там, где его постигла неудача. Смогу избежать его ошибок. Видит Бог, он их совершил немало. О, я все разместил. Нежданчик, да? Нежданчиком разместил все фотографии. А. Это как-то влияет или нет? Я не понимаю. Я не понимаю, это влияет, нет, как-нибудь нет. Мне кажется, не должно влиять. Еще бы такую дуру сделали, чтобы фотографии своим месторасположением влияли на то, как это будет выглядеть. Или хотя, может, влияет. Счастливой семьи тут нет фотографии. Если только вот так вот. Она так вот заставила. Это так вот. Я не понимаю. Не понимаю вообще. Так, краска тебе тут не нужна абсолютно. Это все надписи, которые у нас там были. У основной сюжетки, вот. И что мне осталось добыть? Что-то же надо еще добыть. Видимо. Записки тут все вроде уже посмотрели, которые были почти. Любимая, я все думаю о том, что произошло. Я пытаюсь понять. А, это все уже было. Это тоже уже было, блин. А чего не было? Мне нужен вообще ключ. Ключ. Где этот ключ достать? Где этот сраный ключ достать? Потому что дверь, она осталась одна. Тут... Тут... Мышеловка. Окей.
Просто мы на мышеловку посмотрели и все. А тут ничего. Ничего. Тут тоже уже. Ну все. Прям все. Может, все-таки на второй? На первом я постарался. Я постарался все собрать. Да? Ты меня впустишь? О. О. Ох, какая страшная-то. Значит, после стольких лет, после всего, что я пережила... Сиди здесь. Нам с твоей матерью нужно поговорить. Это все, что ты можешь мне предложить? И из всех возможных мест ты выбрал эту комнату. Думаешь, я глухой? Прекрати реветь, а то я сам приду. Так много воспоминаний. Именно эту комнату, с которой связано бесчетное множество моих воспоминаний. Я же сказал тебе заткнуться! Ах, эти приятные воспоминания. Я их сожгу нахер. Я представила, как он стоит здесь. Необычайно довольный собой. Уверенный в том, что этот кусок холста каким-то образом все исправит. Я представила, что бы я ему сказала. И что бы я сделала. Знаешь, папа... Иди-ка ты нахер. Не стоило этого делать. Не стоило... Папаша, сука. Этого... Теперь я сама сошла с ума. Из-за тебя ты разрушил мне жизнь, судьбу. Да? Папаша? А, все, все. Все пошло к херам, и дочка сейчас умрила. Только как это все нахер загорелось? Может, произошла какая-то искра, когда она ударила картину? И когда искра произошла, дом вспыхнул сверху, да, где идет дождь, холодно. А может быть, кто-то за нами наблюдал? Тот же папаша, он же здесь до этого был, он же был как-то жив. Как вот тут повествование интересно шло. Как бы в конце игры мы же играли все это время за папашу и пришли такие в разрушенный дом и все, как бы дорисовали последнюю картину. Либо... Это было в прошлом, и уже в настоящем, когда это была дочь, он умер. И как-то... Может, молния еще ударила во время дождя, чтобы этот дом нахер разрушил. Да. И, насколько я знаю, у этой игры есть еще вторая часть. На удивление. Может, там совсем другой сюжет, новый герой и новая история, но... Я ее, возможно, тоже пройду. А, не знаю, когда. Но обязательно, по-любому, надо будет их глянуть. Что по итогу скажу? Что? В принципе, по поводу сюжета говорить нечего. Я уже, наверное, раз 10 обсудил все, что хотел. Сказал, порассуждал. И в целом, да, мне понравилось. Было интересно, прикольно. В каких-то моментах, конечно, меня это все дико просто раздражало, как и последние твисты за основную игру и твисты, где надо было играть за эту мелкую девочку, ходить вот по этим дощечкам. Как-то, не знаю, это все еще так медленно. Так... После основной игры ты такой, не хочу, но, блин, надо пройти, а то потом я точно про это бы вообще нахер забыл бы, удалил бы и точно бы не играл. Не знаю, как это прохождение выйдет, в каком формате, либо в одном гигантском выпуске, либо я разделю на 3 части, может быть, 2 части, там, посмотрю по времени, насколько это все вышло. Огромное вам спасибо за просмотр, если просмотрели мое прохождение Layers of Fear, если вам понравилось, то... Пожалуйста, не забудьте поддержать это прохождение лайком. Также оставляйте свои комментарии. Ну и подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся в других видео. Всем пока.